Приветствуем всех любителей отечественного волейбола. Мы с вами в Санкт-Петербурге, Академия Платонова. И сегодня здесь очередная серия из вечного противостояния Невы и Москвы, Дворцовой и Красной, Зенита и Динамо. Принимает Тихонов. Смягчение после атаки Железнякова. И вот теперь уже ответ Богдана без заступа. 15-го сыграл с москвичами, то есть всего 10 дней назад, да, уступил 1-3, напомню, Казани, Зенит уступил также 1-3. Затем 18-го числа Зенит играл в Новосибирске, уступил 0-3. Ответ. Дмитрий Жук ответил. Так что это, наверное, да, действительно удел сильных, удел команд, которые претендуют на медали, награды, кубки. 10-7. Таким накатом отправляет мяч на половину сопернику. Вылетает мощно Железняков и попадает. Тогда он был еще 18-летним. Подача сейчас у него полетела хорошо, но прилетела, увы, в аут. Зажигает такую свечу Женя Гребенников, переводя мяч на половину соперника. Продолжается розыгрыш. Здорово здесь Семушев сориентировался. И как же разобрался легко Антон Семушев. Спокойно принял Богдан. Семушев. Великолепно вновь уже, да, вот. Но сегодня, посмотрите, да. Нет, это не эйс, но насколько полетел хорошо подача. И в итоге Богдан делает счет 20-10. Сегодня Антон исправился. Принимает Тихонов. Вновь не получилась атака. Ну и показывает Дмитрий Жук, как первым темпом надо атаковать. 25-13 за 19 минут. Московская «Динамо» одерживает победу в первой партии. Соколов принимает Гребенников. Тихонов. Отлично. Центральный блокирующий появился. Именно он сейчас подает. Подает без ошибки. Первый темп Власова. 3-3. И не применил на нее указать. Семушев. Переходящий мяч Власов играет. Не справился Воронков с приемом. Сам себе пихает Федор. И вновь силовая Воронкова летит от Семушева. Не получается передача у Кобзаря на Яковлева. Страхует Воронков. Еще одна атака. И заблокировали Тимофея Тихонова. Пятое очко подряд от «Динамо». Аплодисменты Константина Брянского. 8-3. «Зенит» берет тайм-аут. Я думаю, здесь даже ничего комментировать не надо. Вы все видите сами. Семушев после тайм-аута вновь подает туда, в пятую зону. И здесь отоборонялись москвичи. Соколов подстраивается под этот мяч. Вот что придумал Цветан. И отработал в защите Богдан. Сложно было Воронкову, но Федор справился. И все-таки тяжелейший розыгрыш. Панков. Гребенников. Высоченные своды Академии Платонова позволяют этому мячу остаться в игре. Неудачная передача бывает и у Павла Панкова. И прекрасный блок Ивана Яковлева для Дениса Богдана. 7-11. На этот раз принимает Семушев и сам же будет атаковать. 15-11. Богдан на приеме. Семушев. 4-4. Великолепная атака доигровщика москвичей. 16-13. Воронков продолжает справляться с тяжелейшими подачами Антона Семушева. Богдан вот так оставляет мяч в игре Женя Гребенников. Еще одна атака «Динамо» грядет. Семушев. И здесь Гребенников в защите. Попытка номер 3. Ой-ой-ой. Павел Панков. 17-13. Вот такой трюк от капитана москвичей. Дмитрий Жук. 21-16.
Еще одна подача Чеса. Вновь туда, в первую зону, где Тихонов располагается. И теперь уже одиночный блок Антона Семушева. И 7 сетболов у «Динамо» во второй партии. С таким счетом завершается вторая партия. Символично, что точку в ней ставит ошибка «Зенита». Так успешно Санкт-Петербург в этом матче еще не стартовал в партии. Богдан на приеме. Соколова выводит в атаку. Панков подстраховал. Жук, отскок от блока. И шанс 3-0 повести. Ну, вот такой накат. И да, было касание, мне кажется, площадки. Но вот здесь даже если бы и не было, то ошибается Соколов. 3-0 на старте третьего сета. И здесь оставляют мяч в игре петербуржцы. Правда, не получается мощной атаки. Богдан что-то решил изобразить. А в итоге все-таки каким-то чудом мяч приземлился на половине «Зенита». 2-4. Тимофей Тихонов. Ну вот, давайте посмотрим. Пока что 6-5. «Зенит» впереди. Через трос. Жук на приеме. Соколов. Тимофей Тихонов. И его блок. Ну и традиционный первый темп от Дмитрия Жука. Мощнейшая силовая. Прекрасная передача от Павла Панкова на Цветана Соколова. 10-13. Воронков на приеме. Первый темп. Андрей Ананьев. 14-10. Ну и ответ Ильи Власова. Да, с заменой. Вот помните, да, на тайм-аутах на Кобзаре и на Ивана Яковлева. Это обязательно подтвердим цифрами. Еще один первый темп Дмитрия Жука. 14-17. Чисто визуально. Ставят мяч в игре динамовцы. Нет, не получилось это у них сделать. 19-15. Шкулявичус подает. Гребенников на приеме. И первый темп Ананьева вновь великолепно разыграл здесь Дмитрий Ковалев. И здесь вновь трос за него играет. Как и в предыдущей партии. Какая мощная атака получается у Воронкова. Но динамовцы оставили мяч в игре усилиями все того же Семышева. Гребенников в защите. Полетели дальше. Воронков. 22-18. Это важнейший розыгрыш с точки зрения эмоционального и психологического состояния петербуржцев. Гулявичус. Единственный шанс был перевести мяч на половину соперника. И в итоге Федор Воронков ставит точку. Ну что, «Зенит» возвращается в игру. По крайней мере, продлевает ее до 4 партий. 13-25, 18-25, 25-20. Еще одна сложная подача. Справился Гребенников с приемом. А Космин реализовал первый темп. 1-2. Первое очко «Зенита». В кадре, а принимает Антон Семышев. Вновь отлично здесь разворачивает атаку Павел Панков, но готовы к этому петербуржцы. И здесь оборонялись. Тихонов. 8-4. Двукратное преимущество. Эмоции Евгения Баранова понятны. Силовую подает Максим. Подлесных вновь на приеме. И Семушев здесь уже наверняка набирает 5-е очко для своей команды в 4-м сете. В пользу петербуржцев Ковалев подает. Организовали съем. Подача Власова. Гребенников на приеме.
и Павел Железняков. Потому что 6-15 сильно много было. Еще одна подача Панкова. Есть прием вновь. И Железняков организует съем. Сразу два больших пальца показывает главный тренер «Зенита» своим подопечным за этот розыгрыш. Меняет блокирующего. Константин Брянский. Вместо Дмитрия Жука появился Максим Белогорцев под 13-м номером. Смотрим за подачей Воронкова. Через трос Баранов на приеме. Власов. Самоотверженная игра в обороне. Но все-таки 15-е очко набирают гости. Укороченную подает Кобзарь. Справился Подлесных с приемом. Да, улучшил прием Ярослав после того, как появился на площадке. Но при этом практически не атакует. Павел Панков уже второе очко в атаке набирает. И со второй попытки Илья Власов делает счет 18-22. Смотрим. Отличная силовая. Семушев на приеме. Соколов. Гребенников в игре. И это тайбрейк. 25-20. «Зенит» возвращается в игру после того, как за 46 минут уступил в первых двух партиях. Белогорцев. Гребенников на приеме. Тихонов атакует. Богдан в защите. Соколов. И вновь Гребенников. Воронков. 1-1. Хорошая укороченная, но среагировал Тимофей Тихонов. Плюс еще и трос помешал. И это блок Павла Панкова. 3-1. Кузьмин. И Богдан. Через трос на сторону соперника. Семышев. Оставили мяч в игре петербуржцы. Атака «Динамо». Соколов. Под блок. И 5-5. Тем временем ровно 2 часа с начала матча прошло. И вот-вот начнется третий час игры. Воронков. 9-7. Евгений Заступов. Еще одна подача. Через трос здесь Панков реагирует. Но вот так как-то, мне кажется, руки-то подопустились у «Динамо». Семушев зарабатывает 8-е очко. Подает. Хорошая подача. Гребенников принял. Вот так сыграл Железняков. Соколов по рукам. 9-10. Заступов на приеме, но он для него и выходил. Мощнейшая атака Железнякова. Панков играет в обороне. Не получилось перехитрить Цветана Соколову соперников. Продолжается розыгрыш. Воронков. Нет, там вновь Панков. Один из самых длительных розыгрышей сегодняшнего матча. И все-таки Федор Воронков. И все-таки 11-9. Не рискует Тихонов. Принял Баранов Соколов. Тихонов на лицевой. Подстраивается под эту передачу, и все! «Зенит» Санкт-Петербург, проигрывая 0-2, вырывает победу у московского «Динамо» в первом матче полуфинала «Бет-Сити» Кубка России. 16-14 на тайбрейке и 3-2 в матче. 13-25, 18-25, 25-20, 25-20, 16-14. Поаплодируйте этим парням, если вы, даже если вы болельщик «Динамо», я думаю, они достойны сегодня, так же, как и «Динамовцы», ваших аплодисментов. Великолепный матч мы с вами посмотрели. Поздравляю всех любителей волейбола, ну а отдельно, конечно же, болельщиков петербургского «Зенита» с победой.